Физкультурно-оздоровительные центры открыли в районе Нура ко дню столицы. Этого события его жители ждали больше 3 лет. В его залах бесплатно смогут заниматься дети от 7 до 18 лет. Яна Гладкова с подробностями. Гимнастика, борьба, карате, дзюдо, кикбоксинг, тогыз-кумалак, настольный теннис и велоспорт – это далеко не весь список видов спорта, которым смогут заниматься юные жители столичного района Нура в этом центре. Он рассчитан на 260 мест. Строительные работы начались в феврале. Площадь комплекса 2600 квадратных метров. Здесь будут открыты 13 секций. Детей будут отбирать по конкурсу. Занятия бесплатные. Приоритет при отборе получат дети из многодетных семей, сироты, оставшиеся без попечения родителей. То есть в зависимости от их социального положения. Местные жители очень рады открытию спорткомплекса. Сахынганым Жунусова – многодетная мать. Ей больше не придется возить своих детей в другой конец города для занятия спортом. У меня 6 детей. Старшая дочка ходит на велоспорт, младшая на гимнастику. Приходилось ездить в разные места по нескольку раз в день. Теперь будет очень удобно. Мы рады. Документы будут принимать весь июль. Их перечень опубликуют на официальном сайте акимата района Нура. Яна Гладкова, Дерибек Онласын, Астана Таймс.